Сэмпай, вперед! Раз, сэмпай, два, три, четыре, пять! Кагэвэншинно джитсу! Заметьте вы меня, заметьте! Ну, почему они меня не замечают? Ты посмотри, у вас альтернатив нет, сэмпай! У вас выбора нет, Яндэра Чана напопал в рай, короче, потому что ты посмотри, сколько сэмпаев! Это просто рай, тут больше нечего сказать, для Яндэра Чана это просто рай! Stay back! Get away from... 10 из 10 обновлений. Одобряю. Вам. Чё будет? Ты смотри! О, какой сильный! Что? Что сейчас было? Ни хрена. Сэмпай читает книжку, а сам на Джиме как надзиратель над ним стоит. Нормально тебе читается, а? Нормально? Прикинь, ты так приходишь в магазин такой типа: «Эй, оу, воу, дай мне хлебу, женщина!» Она такая типа: «У нас хлеб кончился!» Давайте сегодня поиграем в самую тихую игру на земле. Пугаешься, ты же просто симпай! Пай! Симпай! Он такой стоит, давайте его с зумом сфоткаем. Какой ты романтичный. Стоишь. Блин, а чё спички, смотри, куда-то едут? Это тоже, смотри, паранормальное явление. Стой, подожди. Ты посмотри на это лицо! Господи, как милашно! Как она кидает их! А, тебя какает! Красиво! Я думаю, в слоу-моушене это будет просто прекрасно! Самый крутой, конечно, злой характер, потому что самая крутая анимация, он здесь... Он такой недовольный, такой... Понюхаю-ка я руку, я настолько, блин, злой, что я буду нюхать руку. Вроде ушла. Нет, стоит тут. Вроде ушла. Нет, опять она. Может быть, не знаю, чем у него рука пахнет. Может быть, он ел чебуреки? И до сих пор жирок остался на руках, ну вы понимаете. Ну, я докажу, что он злой, смотрите. Ну, он и нюхает. Ну, смотри, как бы, какой он еще может быть? Такой, в кашу мне насрали. Понюхаю я руку, вот злой чувак, все, ничего про него неизвестно, ладно, следующий. Ой. Так игра сохраняется, смотри, класс. Крестик какой-то есть тут. Ну хорошо, значит, пить водичку это сохраняется. У нас какая-то... Это хоррор, что ли? Я что-то не понял. Ладно, какая-то тянка, она только что стала маньячкой. Так, ну что, резюм гейм. У меня еще первый раз захожу, вот и... Твою мать, успокойся, девочка. Это все я обмажусь этими квадратами, и у меня все будет хорошо. Да, опыт, еще, да, детка, да. 8, блядь, часов спустя. Так, пам-пам-пам, иди сюда! Сюда иди, блин! Сюда иди, ты видишь мою мощь? Ты можешь понять вообще, что я силен или нет? Я вижу слабого, по законам джунглей я тебя уничтожаю, мразь. Во, маленький Купа, иди сюда, смотри, как меня унижали, видишь? Эта игра вот такая вот. О, Тор, давай, дурачок. Дурак! Есть! Еще один, смотри! Ой, дурак! Сейчас тебя разберу! Давай, Патрик! Патрик, ты мой сын! О, господи, как же он огребает! Как же ты огребаешь, чувак, тебе не спастись! Вот так вот! Вот так вот! Никуда тебе не уйти! Вот смотри, я просто его опускаю! Вот этого тоже уберу! Вот это! Давай, танк, покажи! Хорош! О, господи, нет, уходим. Ой, нет, я не хочу умирать. Я так долго качался. Дайте мне уйти, пожалуйста. Я хорошо себя буду вести. Ай, говняки, я сейчас вернусь и накидаю. О, господи, что это такое? Давай вот это убьем. Куда ты уходишь-то? Иди сюда, она. Давай, дурак. Давай драться с тобой, давай, беги. Ты что, не понимаешь, что я сильнее тебя? Ой, дурак. Эй, парень, ты что-то отвлекся, я смотрю, да? Куда ты стреляешь, куда ты отстреливаешься? Ты не понимаешь, что я пулеметчик? Ты не понимаешь, что я намного сильнее тебя? Тебе и не снилась такая сила, парень. Португалец гребаный, помойся! Get
мило. Наркотики. Ой. Демонстрирую все. Знаете, как, когда чувак приходит пылесос продавать, он вам всю квартиру убирает. Вот это вот что-то странное, кстати. Секрет. Что это за херня? Это нормально? Ой. Не такая уж ты и большая теперь грудь, я смотрю, она ушла в минус. Вот что значит минусовой размер, теперь вы видели больше. Секс-бам, you're my sex-бам, baby, you can turn me on. That's right, baby, you can turn me on. Бум! Продаем ей отбеливатель, смотри. Точнее, вам. Вот вы бы купили, бам. Оп, да? Теперь смотрим. Берем швабру. И нихера. Все, убираться нельзя. Пока не сделаешь вот эту всю махинацию с отбеливателем. Да, по-моему, ну как, особого смысла я в этом не вижу. Типа, ну вот, добавляем отбеливатель. И теперь вода становится волшебной. И благодаря этому, само собой, надо макнуть и... Вот, собственно говоря, вот такое вот полезное, нахрен не нужное. Ну, типа реализм, да? Типа, вас не смыть. По-моему, водой можно все-таки кровь смыть. Не знаю, зачем это заморочился. Но пофиг. И швабра теперь тоже святая. Это важно. Ну, у меня яйца каменные вообще обычно были. Так что посмотрим, что здесь будет. Вряд ли я даже пикну. Но это посмотрим. Ах, твою, блядь, ма...